этим. То есть нам повезло, что рядом нет магнитаров, да? Да. Но... со второго, но от Петерсона так просто не уйдешь. Однако же судьи фиксируют первое нарушение правил. И Якоб Ларсен, молодой швед, отправляется на две... С кем ты была? Это не важно. Это очень важно. Я не скажу, кто это был. Я не буду стучать на них. Пять гондольеров сохраняет традицию, зародившуюся почти 1000 лет назад. Ах, если бы Роберто пел так же хорошо, как греб. Фильм озвучен студией VSA Москва. Текст читал Алексей Войтюк. Следить за собаками, если они играли во дворе. Это самый крупный угорь, о котором я слышал. Я попросил рыбаков помочь мне поймать настоящее чудовище и